Время 10 часов утра, я уже приехала пить кофе. На Кале, вы представляете? Самое начало 11-го. Ой, какое потрясающее утро. Я вам покажу панораму, как красиво. Красиво, очень реально. Такая музыка прекрасная играет. Чтобы вы понимали красоту этого места, музыка идет вот отсюда. В общем, я нахожусь на Кале. В ресторанчике в небольшом. Я с другом. Тут люди завтракают, нам еще ничего не принесли. Вы посмотрите, как красиво. Как красиво. Там можно летом. Тут можно упасть, просто выпасть. Просто выпасть. Ой, какая красота. Тепло. Ну, время самое начало 11-го. 4 марта. Вот народ приходит на завтрак. Очень красиво. Очень. Потрясающее просто место. Это надо же так, такой быть красивой Турции, да? Это надо же так. Просто обалдело. Надеюсь, не будет авторских прав. Надеюсь. Я же как Винни-Пух. Еще же не влажу. Такое ощущение, что в какой-то дымке все. Но мы достаточно высоко. Все же есть такое ощущение, что в дымке. Небольшой ветерок. Солнышко так светит. Я еще не проснулась. Но в 10 часов утра еще ни разу из дома не выходила. Я же с Софи сегодня хотела кофе пойти пить. Утром. Ну, мы договорились в 11 встретиться. Так что я, может быть, еще и с Софи съезжу. Музыка прекрасная. Сегодня кофе дома я не пью. Сегодня кофе я пью вот с таким вот потрясающим видом. Утренний. Ясно вам? Ясно? С мужиком. В машине оставлю, пойдем гулять. На улице тепло. Я что-то не подумала. Я думала, что ну, холодно, не знаю. Я в 10 часов узнала, проснулась. Дорогая, я приехала, думаю. Я с тобой, блядь, вчера вечером договаривалась. И что характерно, приехал без опозданий. Турки же они обычно в 10 договоримся, к 11, слава богу, подъедет. Здесь нет, ровно в 10 часов. Написал мне без 2 минут, дорогая, я приехал. Я говорю, ну я только встала. Кстати, пошла умываться, одевать брюки, ну и согласилась выйти пить кофе. Вообще-то меня на завтрак звали. Хлеб. Вверх поехали. Я-то думала, мы вниз пойдем. Нет, мы вверх еще поехали. Я вот ночью здесь была. Вот реально, я вот ночью была здесь пару дней назад. Старый город, очень красиво. Люди только открываются свои, открывают свои лавки. Я уж выспалась. Это что-то невероятное по отношению ко мне. Я в 10 часов утра еще из дома не выходила. Я в 10 часов утра еще только из спальни выхожу. Тут я уже гуляю. Вот здесь мы вечером бухали. Вот прям здесь. Тому? Я прям это помню, когда я здесь гуляла вечером. И тут по дорожке шла. Дорога-то такая ухабистая. Красивые эти деревья. Сейчас у нас 19 градусов. Уже 19 градусов. Я не знаю, из каких соображений я взяла куртку. Не знаю. Я тебе говорю, я даже не соображала еще утром, когда я встала.
Гюзель. Сейчас я вам покажу, какой потрясающий вид открывается. В гору идем. Как мило, да? Как мило. О! О! Ёбнись туда. О! Как красиво. На Гюзель. О, как красиво. Там мы поднялись на коле, прям, мне кажется, на самый верх. Чоп! Бак, чоп! Как красиво! Очень красивые, обалденные виды. Как красиво, как красиво. Как красиво. Очень, очень красиво. Фоточка так получится? Здесь же, конечно, можно и выпасть. Для самоубийц место прямо. Море шумит. Пена такая на воде. О. Очень красиво. Смотри, какое море. Потрясающе просто. Потрясающе. Еще парковка платная. А качлиросы? Паркинг. Он. Нормально. 10 лир. Ой. В лес. Подышать свежим воздухом. На деревья посмотреть. На елки. Я только сейчас просыпаюсь. Вот реально, я только сейчас просыпаюсь. Ну, в 10 часов утра я прям... Наобещаешь, думаешь в уме-то, что не сдержит слово? Оказывается, не все турки такие. Оказывается, есть и в 10 часов. Ну, кстати, он никогда не врал. Кстати, он никогда не врал, поэтому удивительно. А наоборот, неудивительно. Я просто путаю, я уже всех под одну гребенку обобщаю. Оказывается, не все такие. Есть и пунктуальные. Я вам сейчас покажу дерево, на котором растет фасоль. Смотрите, реально фасоль. Фасоль. Смотрите, какие. Кичи? Бойнус. Кичи бойнус? Не. Кичи бойнус. По мне, так это фасоль. Вы видите, да? Фасоль. Время 11:04. Как можно было мне проснуться? О, черепаха. А, бак. Девочки, где вы ее взяли? Она там. Положите ее. Пускай она поползет. Мы ее хотим в кафе отнести. Хотим родителям показать и привезти ее обратно. Нифига себе. А вы не боитесь? Нет, она нормальная. У меня дома когда-то жила черепаха, но она была гораздо меньше. Гораздо. Просто это же она дикая. Да. Пусть на пляже возле Клеопатры черепахи есть. Нифига себе. Девчонки нашли черепаху. Нифига. Ой. Пожалуйста, девушки. Нифига себе.
как здорово, оказывается, выходить из дома в 10 часов утра. Как здорово! Это просто потрясающе. Я бы сейчас спала. Я бы сейчас спала еще дома. И, в принципе, ничего бы не потеряла, потому что я здесь была. Вы посмотрите, невеста. Невеста и жених. Какая девушка в платье. Çok güzel. Pardon. Ablaya bakın. Ablaya bakın ikiniz de. Bir de uzun alacağım böyle. Tam böyle olur. Ашка-ашка. Какое сегодня небо красивое. А море всегда прекрасное. Кактус. Люди только едут, а мы уже возвращаемся. Вот, кстати, мы вот в этом кафе сидели. Ага. Я хочу доспать лечь. Akşam geliriz, tamam? Olur, akşam. Akşam çekersin. Hı-hı. Здесь как вечером красиво. Что-то постоянно я на колени ищу.
güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Уже практически спустились. Вот он, телеферик. Клеопатра. Клеопатра, Клеопатра, Клеопатра. А эти места вы уже узнаете. Клеопатра. Угу. Вот я этой дорогой хожу каждый день. Музей.